Сегодня на сессии Алтайского ЗАГС-собрания необычные слушатели – дети. И не просто дети, а герои. Марина Любухина из Камня на Оби вытащила свою 2-летнюю сестру из окна во время неожиданного возгорания в доме. А Андрей Духно спас тонущего друга в Алтайском районе. За эти поступки их наградили в торжественной обстановке. Детям вручили медали за проявленное мужество. Награду маленькие герои получили из рук сенатора Российской Федерации от Алтайского края Виктора Зобнева. Несмотря на свой юный возраст, наши дети-герои совершают такие поступки, но в некоторых ситуациях взрослых, не всех взрослых, поэтому поздравляя и награждая детей, мы хотим сказать огромное спасибо за то мужество, за то грязь, которое вы проявляете на своих родственниках. Еще раз большое спасибо. Чувства, эмоции были не очень. Переживание было за друга. То, что вдруг все-таки не сможем типа ничем помочь. И может обернуться все в худшую сторону. А что друг сказал, когда потом уже пришел в себя? Друг поблагодарил. Так, потом посмеялись. А вот Марине Любухиной после пожара было не до смеха, сильно кашляла от дыма. Однако все могло быть хуже. Повезло, что быстро сориентировалась и помогла не только себе, но и сестре. Просто сидела, разговаривала с подружкой, и просто ко мне подошла моя сестра. Я повернулась назад, и там, получается, был огонь, и он захватывал весь дом. Я поняла, что надо выбираться, и поэтому решила вылезти через окно. Несмотря на такое внимание, награды, дети вспоминают о своих подвигах неохотно и даже скромно, считая, что на их месте любой поступил так же. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.